Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM, модель под номером 35699. Это у нас турецкое вооружение времен Первой мировой войны. Данное вооружение у нас в 35-м масштабе. На буксарте показано все вооружение, которое есть в данном наборе. Открываем нашу коробочку. Так, открываем. Инструкция, пакет с литниками, набор у нас 2 литника, вот, ну, я сейчас поподробнее остановлюсь немножко попозже, сначала про инструкции. Инструкция в виде листа формата А4, краски необходимые при окраске данной модели, данного вооружения. Так, тут у нас показываются наши литники. И тут непосредственно все вооружение и его окраска. Буквами это обозначаются цвета из палитры, которые указаны на развороте. В данном наборе у нас винтовка Маузер со штыком. Так, получается у нас раз, два, три. Три разных винтовки Маузер. Простых и они же три еще со штыком. То есть получается у нас 6 винтовок в данном наборе. Далее у нас в данном наборе ножны штыка, ножа, штык-нож к винтовкам, подсумки к винтовкам, патронташи к винтовкам, ножницы, противогазная коробка, пистолет Маузер, граната Лимона, граната, так, еще одна тут. Офицерская сабля, кстати, интересно, унтер-офицерская сабля, лопатка малая, фляга, бинокль, футляр бинокля, планшет и стальной шлем. Такой достаточно богатый у нас набор всякого разного вооружения. Так, 2 литника абсолютно идентичных. Поэтому сделаю обзор на один. Так, что хочу сказать про вооружение. Пролито все хорошо. Обоя нет. На оружиях, то есть все курочек, все четко, все сделано, все пролито. Вот наши гранаты. Так, это, так понимаю, подсумки. Лопатки. Сабля, интересно. Так, вот наши винтовки и винтовки со штыками. Также в наборе у нас даны 4 шлема. Ну вот, друзья, на этом я закончу обзор данной модели. Кто у нас собирает Первую мировую войну, у кого нет такого набора, кто хочет приобрести, кто желал какие-то вооружения, что было, может где-то для диорамы, то приобретайте. Вооружение у нас отличное. Всем спасибо за внимание. Пока!